Доброе утро, YouTube! Говорит и показывает Гусев Александр, и добро пожаловать на утренний Глафи Геймс. Признаюсь сразу, выбрал специально это время для нашей сегодняшней серии, чтобы поймать тебя за завтраком. Короче, пока ты будешь кушать, я буду вещать. Ну а смотреть мы будем с тобой на игрушку под названием «Гарбаш», что в переводе означает «мусор». Да, это новый релиз. 4 июня. Так и запишем в блокнотик. Игра-симулятор файтинга с элементами менеджмента и строительства. Нам предстоит познать все тяготы обычной жизни бомжа. Короче, хватит болтать. Тебе приятного аппетита, ну а я буду начинать. Древнее пророчество бродяг предсказывало о твоем появлении. Избранный, который принесет мир и стабильность на улице. Но есть одна проблема. Ты не помнишь, кто ты и как тебя зовут. И у тебя нет одежды? Так, ну и вот, в принципе, мы начинаем. Вот он я. Красавчик. Так, меня можно как повернуть? Двойной щелчок для открытия меню. Оба, Сергей. Где-то я это имя уже слышал. Значит, уровень у нас первый. 17-17 это энергия. Это вы не можете умереть, не потеряв здоровье. Сила, ловкость и выносливость. Голод 73, гигиена 71, тепло 99%. Есть у нас какие-то умения, лес умений. Это лес. Это целый лес умений. Короче, мы это все будем прокачивать. Всего левел 10. Напоминаю, играем мы с вами в демку. Чтобы так прощупать сначала игрушечку. Если, в принципе, 1 000 000 лайков мы с вами наберем, вам понравится, сделаем стримчик, поиграем. Поэтому давайте, ребятки, прожимаем. Ну, а пока знакомимся с прологом, так сказать. Хорошо, значит, лес умений у нас есть. Есть сумка, но в ней почему-то ничего нет. Так, find available resources to build essential buildings. Хорошо, нам нужно найти ресурсы, чтобы построить хотя бы какой-то домик. Я в трусиках, и почему-то я черный и седой. А сколько мне лет вообще? Не знаю. Так, хорошо, как управлять? Правая кнопка мышки, это что? Так, что-то подсвечивается. Ну, давай. Ничего. Опа, что-то нашли. Так, бумаги, стекла, какие-то батарейки. Так, братик, иди сюда. Так, камеру смотри, жалко, нельзя ее покручивать. Ну, ничего, вроде бы и так удобно. Майка, оба, на маечку возьмем, хорошо. Так, это ночь, что, спать пора? Мы же только начали, алло, подожди. Так, картофель. Благослови бог Колумба за это открытие. Да, картошечку мы любим. Удовольствие для женщин. Семена огурца. А как это совместимо? Бочка воды. Ее тяжело держать, но должно хватить на все лето. Шина. Исцеляет сломанные кости, восстанавливает 100% здоровья. Оба-на. Это мы используем. Так, хорошо, давай, наверное, тогда мы сразу малыша нашего оденем. У нас есть что? Шину мы пока не будем использовать. Маечку Чикс. 5% тепло, 5% бонус энергии. А тут что-то таким маленьким шрифтом какая-то залупень написана. Я ничего не вижу. 12% предотвращения пердежа. Наверное. Так, хорошо, это взяли. Что дальше? Здесь что-то подсвечит. Вы можете построить что-нибудь здесь. Ага, то есть у меня такие колечки. И ну давай, допустим, сюда. Выберите здание. Мат из картонных коробок. Простая штанга. Боксерская груша из мусора. 100%. Так, это мы можем построить. Есть штанга. Хороший способ тренировки силы. Лучшее, что я сейчас могу построить. Хотя бы руки не почкали. Базовая тренировка выносливости 100% эффективности. Так, мат из картонных коробок. А что у нас вообще по силе? Подожди, давай посмотрим, что мы будем строить. Это очень важно сейчас момент определиться. То есть сила у нас есть, единичка. У нас нету ловкости, нету выносливости. Давай, наверное, выносливость качнем, банда. Поэтому на выносливость у нас, по идее, мат из картонных коробок. Выносливость 100% эффективность. Давай построить. Допустим. Train your character until he's tired. Так, нужно тренировать бойца. Что-то говорит? А, пушапс. Заря бомж отжимается. Кайф, хорошо. Хорошо. Отжимаемся, допустим. Ждем, пока он нажимает. Что у нас еще есть? Тут что-то ограждено. Вот там еще что-то подсвечивается. Но это все подсвечиваются меточки для наших подстроек будущих. Ну, допустим, что-то все. Build a bed. Так, нам нужна кровать. Так, иди сюда, маленький. Бам-бам, ту-ду-дун-дун-дун. Блин, ну биток, конечно, да, расслабляет, молодцы. Так, простая кровать, хотя бы можно отдохнуть, высокие потери гигиены. Замечательно. Строить.
Нормальный шалашик такой. Значит, ты бродяга, иди спи. Я сказал сюда, да-да, в дырочку залазь. Ой, умничка. Ну все, комфортненько. А, вот видишь, пошла, пошла шкала желтенькая. Пошла шкала. Блин, день-ночь так очень быстро сменяется. Я надеюсь, это только когда мы спим. Так, смотри, гиена 33%. А что мы теряем? 192%. Когда гиена падает до нуля, у персонажа есть шанс отравиться или получить инфекцию. Еще больше инфекций, да. Когда голод падает до нуля, у персонажа есть шанс получить статус усталости или голодания. Замечательно. Когда тепло персонажа опустится до нуля, у него есть шанс заработать лихорадку или гипертомию. Замечательно. Так, душ. Не-не, братик, идем. Сейчас как раз ночное время, пока никто не видит. Пока никто не видит, мы с вами построим самодельный уличный душик. Ресурсов у нас хватает. Так, принять душ, хорошо. А воды нету? А как я воды добавлю, алло? А, был бутыль? Вау. Ну давай, маленький. Какое доброе утро. Замечательное, доброе. Да пофиг, что мы в майке, в трусах. Заодно и одежду постираем. Всегда так делал. Так, смотри, есть. Что это? Какой-то пиздюк прибежал. А что это значит? Приготовьтесь к битве. Двойной щучок для выбора. Так, подожди, у него два... Подожди. Не понял. Битва. Сильный удар. Урон 3.6, скорость 0. Энергия, отталкивание. В смысле? Подожди, энергия у нас одинаковая, а вот по здоровью он покрепче будет. Ну давай, попробуем. У меня, в принципе, черныш, он должен быть... Побеждает Сергей! Вуу! Блин, бред. Извините, слюнькой подавился. Так, Виктори, вы смогли собрать немного мусора и остатков. Подтвердить. А, прикинь, отжали еще у него. Так, подожди, он, походу, у меня голодает. Видишь, вилка и ножичек нарисован. Да, 49%. Что у нас в сумке? В сумке шина. Здоровье нам восстановить, кстати, надо. Как это использовать? А как шину использовать? А, подожди, а мы, может, можем восстановить... Подожди, лес умений. У меня пока нету ничего, да, по идее? А, хорошо, давай, допустим, мы пойдем сейчас отдохнем. Я хочу посмотреть, или оно восстановится энергией. А, да, вон, видишь, пошла шкала. Серега сейчас наш отдохнет. Ай, красавец, Серега. Так. Во, видишь, и выносливость. Так, нужно еще, нам нужно отжимашки сделать. Давай хотя бы на первый уровень качнем. Иди, иди, занимайся, поспал, все, давай, боец. Ух, мы из тебя сделаем. Раз. Два. Три. Четыре. Грудью касайся, я все вижу. Давай, давай, еще чуть-чуть. По жучке. Эй, левел ап. В смысле? Нет левел ап? Ах ты ж козёл, блин. Ладно, что мы можем еще построить? Здесь. Вроде там можно было штангу сделать, да? А, не хватает мусора. Так, ну давай еще посерчим что-нибудь. Давайте поищем. Я не знаю. А, в смысле? Я музыку выключил? Ну, не повезло, значит. Так, подожди, тут смотри. Тут тоже базовое место для попрошаек. Так, нужно отдыхать, подожди, это опять будет файт какой-то. Кастрюля, пахнет вкусно. А, здесь мы типа готовим костер. Восстанавливает тепло во время использования, годится для маленького костра. Так, а здесь что? Пахнет вкусно, недостаточно ресурсов. А где мне эти ресурсы-то брать, алло? Ресурсы? Ну ладно, давай качайся, значит. Пока спим и качаемся. Только не знаю, где ты пожрать сможешь, братишка. Опа, левел ап. Хорошо, так, умения пошли. Так, идем-ка быстренько отдохнем. А тебе пока что-то качнем. Так, здесь у нас что? Сбалансированный пинок. Урон 3,5. Урон 4,5. Ну давай с этого начнем. Толстая кожа, там дальше есть энергичность. Отталкивание 10%, 0%. Ну давай сюда учить. Все, сбалансированный пинок у нас есть, допустим. Допустим, у нас есть сбалансированный пинок. Хорошо. А, тут еще, смотри, всякие есть приколы.
Тут еще всякие приколы есть. Так, давай, малыш, отдыхай. А видишь, у нас даже выносливость и здоровье чуть поднялось сразу. Так, в мусорке оба семена огурца забираем. А как это все забрать? Моя мусорка. Семена огурца. Это типа у нас все есть, да? Это наш запас. Тихо, он какать хочет? А как не покакать? Так, а это что? Факел. Факел мы не можем построить. Здесь кастрюля, здесь костер. Простая кровать. Тут ни хрена нельзя. Тут простая кровать. Я так понимаю, с нами еще будут, да, сожители какие-то? Здесь еще, брат. Цветочный горшок. Горшок для овощей. В нем можно посадить одно растение. Так, ну там огурчики можно выращивать, да, по идее? Опять же, цветочный горшок. Факел, цветочный горшок. Подожди, а он какать у меня хочет? Еда у нас там вроде заканчивается до 27%. Надо срочно картошечку поесть. Нужно, скорее всего, выходить за пределы. Сейчас мы тут все посмотрим. Да, нужно выходить за пределы этой территории и искать дальше. Ну, идем. Пока, в принципе, у нас энергия все есть. Давай свалим отсюда. Нельзя? Так, дом мусора. Это мое. Электрическое авеню. Оно вроде открыто. Ну, давай сбегаем. This looks like Night City. Это выглядит как ночной город. Но АИ работает какой-то. Ага, хорошо. Так, смотри, тут ребятки есть. Где я? А где мой мальчик? Я что-то его не вижу вообще. Оба, бутылочка консервочки. Принц Родео, кто ты, черт подери, такой? Не трогай мой мусор. А, все, файт. Хорошо. Ну, принца мы должны сделать. Лежать! Так, вы смогли собрать немного мусора из остатков. Так, это что такое? Это какая-то каша и одуванчик. Так, мне придется найти другое место. Все, мы побили с вами принца Родео. И отжали, собственно говоря, его территорию. Так, что здесь? Здесь ничего. Тоже ничего. Опять же, бутылки и консервы. Тут я больше ничего не посмотрю. Смотри, можно пообщаться. Мне не нравится, как он глазеет на меня. Кто это? Кенши, подайте мелочь ветерану. А, подожди, это мы с ним файтиться будем? Кенши. А, все, теперь я ничего не могу с тобой сделать. Так, а ты кто? Зарубежный попрошайка. Я голоден, я все отдал за еду. А, это типа, видишь, обмен. Торговать. Одна еда на... Что это, я не могу понять. Это вроде как... Это бинты. Это бинты? Так, еду я себе возьму, брат. Я сам голоден. Так, ну давай возвращаемся домой, по идее. Тут сверху еще девушка какая-то. Здрасте. Рапунцель. Наконец я могу отдохнуть на балконе без ужасного бормотания бродяг. Сделай мне еще одолжение и принеси мне букет цветов. Подтвердить. Так, смотри, это мы ее цветочками отдали. Хорошо, посмотрим. Возможно, мы сможем завести себе здесь красавицу. Так, давай, первым делом. Нам нужно отдохнуть, нам нужно восстановиться. Разогрев. Добавляйте топливо в огонь, чтобы на базе было тепло. Добавьте топливо, чтобы... А вот у меня бутылка есть. Все. И... Нам тепло? Подожди, давай погреемся. Бля, опять кто-то вторгся, иди сюда! Шапки, ты глянь, сейчас шапку отжмем. Блин, 25 у него! Ну, тут, ребята, я походу могу соснуть. Ну, давай попробуем. Попытка не пытка, файт, я готов. 2, 1. Let's go! Давай, родной. Правый, левый, чикс по печени. Оба, хорош, 5-3, нормально. Держимся, держимся. Блин, у него энергии побольше. Ну все, нам жопа. Да, до свидания. К сожалению. Рано или поздно. Вы проиграли в битве, вставайте и продолжайте качать мышцы. Походу надо было сразу ставить штангу. Ну ладно, допустим.
Давай, бродяга, иди отогрейся уже. Иди отогрейся до конца. Так, смотри, с гигиеной у нас все хорошо. Голод 35, ну, я бы не сказал, что на грани. На грани это будет когда 10. Посмотрим. Сейчас пока я предлагаю нам отогреться. Чтобы он никакой заразу маленький еще больше чего-то не подцепил. И отправим его спать. Хотя, в принципе, можно даже потренить чутка. Я думаю, нам 10 энергии хватит. Сейчас давай на соточку качнем тепло. Так, маленький, иди сюда. Пушапы делаем. Раз. Два. Давай грудью касайся, алло. Ну так, слабачок. Давай, иди спать. И продолжим качать выносливость. Пока что мы не сможем построить штангу для бицепсов, трицепсов, к сожалению. Но ничего. Что-нибудь да сделаем. Давай, продолжай. Тренировочный матрас. Жми, малыш, жми. Мне нужен второй уровень. Yes. Все, так, смотрим. Смотри, у нас здесь дальше. Что у нас есть? Блок. 50% шанс заблокировать, 70% урона. Вот это 100% нужно качнуть. Есть пинок коленом. Быстрое восстановление. Добавляет 50% здоровья, восстановление. Я все-таки предлагаю блок поставить. Но есть пинок. Есть пинок. 6-9 урон. Можно прокачать пинок. Но все-таки давай я рискну, я поставлю блок. Учить. 70% урона, это, в принципе, должно быть нормально. Все. Да, у нас, видишь, и чуть хп мы подняли. Так, а можно как-то время, интересно, ускорить? Бумага, ресурс, используемый в строительстве и для горения огня. Где мне ее искать? Где бабло? Универсальный ресурс, используемый в строительстве, торговле и других действиях. Потребляемая еда. Пластик, стекло, металл. А, это электроника у него была. Не-не, стой. Подожди, пока рано нам качаться с тобой. Отогрейся уже до конца. Так, вроде осень пришла. Так, а это что такое? Подожди, иди сюда. Хижина. В этой ржавой халупе могут жить NPC. А, это братья наши и сестры. Так, подожди. А где мне дальше-то оба? А, здесь тоже опять можно что-нибудь построить. Недостаточно ресурсов. Подожди, а птичку можно поймать, сожрать? Голубя можно сожрать? Так, моя мусорка. Это моя мусорка. Ну, допустим, давай еще раз пойдем. Не знаю, но меняется что-то со временем здесь. То есть я туда даже выйти не могу. То есть переходим. А, вот смотри, что-то появилось. Хот-доги. Хорошо. Так, смотри, у нас лавка с хот-догами появилась. Так, ты кто? Знак вопроса. Он выглядит агрессивно и не рад видеть меня. Ну давай пообщаемся. Допустим. Игорь, послушай, парень. Этот парень Боб уничтожает источник нашей прибыли. Он очищает и защищает это место. И люди не бросают здесь мусор. Ты можешь от него избавиться. Так, какой-то Боб от него избавится. Ну, допустим, а что мне за это будет? Я просто так не работаю. Избавьтесь от Боба. Перчатки грабителя. А кто Боб? Это... Боб, еще один бесполезный выродок, пытающийся покорить мой дом. Отвали или отведаешь моих кулаков. Давай. Боб. Это ошибка. На тебе-то я и отыграюсь. Файт! Заодно и комбинезончик желтенький. Надеюсь, размер подойдет. Давай, малыш. Чикс. Хорош. А вроде блок работает, да?
Значит, слабенько работает. Эй, ты чё? Ну все, походу мы проиграли. Как бы энергии у меня было больше. Нифига, блок не помог. Вы проиграли в битве, вставайте, продолжайте качать мышцы. Так, хорошо, короче, я понял. Нам нужно нагнуть Боба. Давай еще качнем еще. Значит, будем учить пинок. Да, вначале все-таки надо было штангу поставить. Ну ничего, ладно, допустим. Ладно, это не страшно. Что у нас там по параметрам? Голод, гигиена, тепло. Так, гигиена, тепло нормально, но голод меня напрягает. Я, братан, не знаю, что с тобой сделать с этим голодом твоим. Где нам с тобой покушать найти? Так, а если что-то приготовить, подожди, вот сюда нажать. Разогрев. Разобрать. Не, ну разбирать нам точно не надо. Топливо еще, ну, в принципе, можно вкинуть. Но очень сурово получается пока. Так, давай. Че ты моешься? Не было команды мыться, алло. Ну ладно, пусть помоется. Хорошо. Так уж и быть. Все равно сейчас тренироваться будем. Давай. Жми. Блин, уже 11%. Кажется, эта серия все-таки закончится смертью. Не-не-не-не-не, мне нужен третий уровень, давай. Серега, ты чё? А почему не появляется? Чё, люди сюда не заходят, там что-то не бросают, например, не знаю. Какую-то косточку могли бы мне бросить, что-то еще не знаю. Как так? Почему никто не помогает? Вот, сейчас максимально качаем выносливость. Е, умничка. Идем на тренировочный матрас. Блин, смотри, а уже медленнее, смотри. Смотри, а. Медленнее идет. Так, подожди, а это что у нас здесь появилось? Ну это задание, избавиться от Боба. Хорошо, умение. Энергичность. Добавляет 5% восстановления энергии, добавляет 50% восстановления здоровья. Не, я все-таки пинок, наверное, качну, ребят. Я все-таки, наверное, пинок. Попробуем его выучить, сейчас отдохнем и возьмем матч-реванш с этим дурачком. Должны его делать, у него хп меньше и энергии меньше. Я так понимаю, у него ловкости было больше. То есть у него атаки были быстрее. Но ничего, ловкость мы тоже сделаем. Все, ему плохо. Максимальная скорость персонажа снижена на 30%. Восстановите голод до 25 или... Да я не знаю, что пожрать тебе дать, блин. Ну вон картошка-то есть. Я не знаю, что жрать ты ее не можешь. Не может и все. Кастрюля пахнет вкусно. Но там мы тоже ничего не приготовим. Цветочный горшок. Простая кровь, блин, родной, я не знаю, что делать. Все-таки нужно Боба идти месить, посмотрим. А что с тобой такое? А, это усталость у него, да, так? Блин, ну ладно. А Боба-то нету уже? А Боба-то нету уже? А, ночью. Потому что ночь, все, я понял. Так, давай, иди отогрейся. Как так? В сумке-то у нас нечего даже пожрать. Ну, я знаю, я слышу все, я слышу, родной. Но пока я тебе еды не нарешаю. Тут ее нет. Давай хотя бы, чтобы у нас тепло было нормально. Хорош. И отдыхаем. Хотя, подожди, может уже появится этот дурак? Да, он появился. Давай попробуем еще раз. Так, тут можно с кем-то... Коля, на что смотришь? Подтвердить. Игорь, ты избавился от Боба? Нет. Понятно, понятно. Все, я понял. Не хотите со мной общаться. Блин, мусорка ничего нету. Уже все... Так, давай, Боб. Ну? Не знаю, что получится, ребятки.
Управлять мы не можем боем. Это все персонаж. Файтятся бомжи сами. По-моему, он жестко мне подписал. Да ну все, это до свидания сразу. Да, прикинь, до свидания. Вот чуть-чуть не хватает. Все-таки силы не хватает. Боб выигрывает чисто за счет скорости. Пятушара. Кровотечение. Просто гораздо медленнее. Он мне еще и кровотечение сделал. Он мне еще сделал кровотечение. Так, хорошо, сумка. У меня есть шина. Как ее использовать? Исцеляет сломанные кости, восстанавливает 100% здоровья. А, так у меня кровотечение. Это мне бинт какой-то нужен, да? Блин, брат, ну я не знаю, где тебе взять... Но только не сейчас. Но я пропустить нельзя битву. Битву я пропустить не могу. Спать. Это сразу. Вы проиграли в битве. Хорошо, я понял. Подожди. А это можно разобрать как-то? Разобрать. Давай попробуем сделать вот так. Разобрать это, да. И я построю себе штангу. Построить штангу. Ну, было сразу так сделать. Все, и теперь мы идем спать. Так, все, смотри, братка наш отоспался. С едой я не знаю, что делать. Подожди, а если мы это разберем, что мы получим? Пластик, папа-пара-пара-па-па-па-па-пам. Блин, ну все равно я не знаю, где. А, все. Че, братик, сдох? Хе-хе, гейм овер. Ну, в принципе, да, нормально. Но это надо было сразу качать силу. Но, друзья мои, для первой серии, в принципе, даже очень-очень-очень-очень неплохо. Поэтому прожимайте палец вверх, оставляйте комментарии, не забывайте подписываться на наш канал. И, как говорится, продолжение следует. Всем огромное спасибо и до новых встреч. Любим, целуем, обнимаем.